Здравствуйте, товарищ. Расскажи мне о марке Терри. Грета, скупщица предметов старины, Урзаши и контрабандист Эшадир, который занимается вещами, представляющими историческую ценность. Расскажи мне о марке Терри. Чем именно занимаются коллекционеры Сиротила? Почему именно мне нужно проникнуть в убежище преступников? Вначале он вел себя как друг и покровитель. И что же ему нужно? Мне кажется, в первую очередь Марка интересуют реликвии, созданные до эпохи Сумеречья. Что еще за Сумеречье? Коллекционеры Сиротила ищут опасные реликвии. Я уверена, что Марку нужна одна из реликвий, созданных до периода. Осталось узнать, чем именно занимаются коллекционеры Сиротила. Таков наш план. Вы собираетесь... арканианскими предметами. Мне не терпится присоединиться к ней в мрачных трясинах. Ты что-то говорила об экспедиции мрачных трясин. То есть вы действительно просто вернете эти предметы арганианам? Однако вполне возможно. Почему именно мне нужно проникнуть? Именно мне нужно проникнуть. Для этого дела мне нужен тот, кто не связан с коллекционерами Сиротила. А чем в мое отсутствие займешься ты? Еще у меня есть несколько зацепок, которые нужно проверить. Встретимся позже. На этом же месте. Уйди. Уйди. Пух. Почти живой. Этого мне мало. Бух. Убежище преступников Деккерфолла. А может, нам не это убежище нужно? Может, выполнено отправиться в убежище преступников, собрать информацию. Значит, в это. Письки висят. Я ищу информацию о Дерри. Девушка симпатична, как выглядит. Так, мы ее сфоткаем. А, нет. О. Чпок.
Я ищу информацию, о какого рода услуги мы говорим. Покажи мне услугу, тогда я расскажу тебе. Дай-ка я отмечу дом у тебя на карте. Лучший в своем роде. Той, которая принесет выгоду нам обоих. Дай-ка я отмечу дом у тебя на карте. В доме стоит ящик, а в ящике лежит элегантный жакет. Я люблю модно одеваться, и я хочу этот жакет. Принеси его, и я расскажу тебе все, что знаю про Марка. Предлагает украсть. Такая девушка хорошая. А еще здесь трое вроде бы было. Во. Чего ищем? Ой. 1000 приветствий, путник. Здесь не место случайному посетителю. Ты забрел в змеиное гнездо. Террариум единомышленников. Но не бойся. Мышандри о тебе позаботится. Подойди поближе и дай... Давай все обсудим. Ты контрабандист? Мышантир, мне нужно кое-что, кое о чем тебя спросить. Я предпочитаю называться торговцем, а не контрабандистом. Но зови меня как хочешь. Я перевожу редкие и ценные предметы старины, не задавая лишних вопросов. И я считаюсь лучшим специалистом по органианским реликвиям за пределами Чернотопья. Итак, чем могу тебе помочь? Что ты хочешь рассказать мне о человеке по имени Марк Деррий? Имперец. А я хорошо знаю Марка. Мы оба занимаемся предметами старины. Он как-то раз недавно ко мне обращался за консультацией. Так что я знаю, что он задумал. И я с радостью поделюсь этой информацией в обмен на небольшую услугу. Ладно, что тебе от меня нужно? Угроза. У меня нет на это времени. Расскажи мне все, что ты знаешь о Марке. Или я тебя заставлю. Но хоть не застрелю. Мне нужно яйцо. Вамасу. Учти, не любое яйцо. Конкретное яйцо из конкретного гнезда. Давай я отмечу его у тебя на карте. Принеси мне яйцо из этого гнезда. И я расскажу тебе о Марге. Даже больше, чем тебе необходимо. Я принесу тебе яйцо. Вамасу. Только не задерживайся. Мне нужно яйцо. Яйцо. Полцарства за яйцо. Мне нужно яйцо, а не детеныш. Пусть твои дни расцветят 100 оттенков удачи. Путник. Вот, Господи, как изысканно. И тебе мир, брат. Так. Тык. Что здесь у нас? Ага, я так и знал. Так и знал. Ну, эти что-то не пройти нам тут. Урзаши. Киска. Черный рынок закрыт. Каджитке нужно составить перечень товаров, а мой помощник все еще не вернулся. Я отправила его за товаром. С тех пор от него ни слуху, ни духу. Иди, приставай к кому-нибудь другому. На твоем черном рынке попадаются органианские предметы старины.
Ты что, не понял намека касательно твоего вопроса? На этом рынке продаются и покупаются определенные предметы, имеющие историческую ценность. Мы ведем обширный список составленных коллекционеров, состоятельных, и постоянно ищем особые реликвии. Почему ты спрашиваешь? Мне нужно разузнать о коллекционере по имени Марк Дерри. Ты хочешь разузнать о Марге? Интересно, хорошо. Окажу услугу, и Каджитка расскажет тебе все, что ты хочешь знать. Найди моего помощника и приведи его обратно. Или, по крайней мере, скажи мне, стоит ли начинать искать нового. Хорошего помощника трудно найти. Куда отправился твой помощничек? Каджитка послала Аргара в древние руины. Ой, ну опять там эти, как роботы или наоборот. Как их? Скелетики. Он должен был забрать закладку воров, с которыми мы сотрудничаем. Как не стыдно, как не стыдно. И принести ее мне. Вот давай я отмечу место у тебя на карте. Иди узнай, что с ним случилось. Тогда я расскажу тебе о Марге Дерри. Вот зануды все какие. Тем как эти все равно что. Ой-ой-ой-ой-ой. Марк Дерри. У нас нечего продать. У нас нечего продать. Так. Марк Аврелий. Странно, что фитифлюшки нет. Такая белень. Фентифлюшка на двери должна была быть, обозначающая, что за дверью нас ждут приключения и всякие квесты. А ее нет. Почему ее нет? Вот сейчас мы карту посмотрим. Бум. Карта. Бум. О. Поговорить с Гвентис. Гвентис. Это что такое? Поговорить с Абнуром Терном. Терном. Да. Гленумбра. О. Достать яйцо Вамасу для Эшандира. Найти помощника Урзаши. Я не в тот выход вышел. И еще. Третья же еще где-то. Это что? Достать элегантный жакет для Греты. Грета. Шаблон, кровать темных эльфов. Односпальная. Рецепт. Очищающий зеленый чай. Наверное, уже знаком нам этот рецепт.
кровать незнакома, односпальная, темных эльфов. Яблочко. Рецептик. О, не знали. Очищающий зеленый чай. Да. Не рекомендуется на голодный желудок его пить. Так. На пустой. Где жакет? Жакет. Вот жакет. Греты. Грета. Вот, вот о какой беленькой финтифлюшке мы говорили. Беленькая финтифлюшка такая. Яна. Беленькая финтифлюшка. На двери. А ее нет. Вот опять нет беленькой финтифлюшки. Вот почему ее нет. Вот такая же должна быть, как на карте. Вот на карте есть финтифлюшка. О! Достать элегантный жакет. Вот еще финтифлюшка. Поговорить. Тык. Открыть замок. Простой. Нарушитель собственности. Нормально. Надо было ждать. Надо было ждать. Чего надо было ждать? Надо было ждать. Это как его? Как их много здесь. Надо было ждать ночи, наверное. Ни хрена не видно. А, это этот, как его? Как его? Как его? Вы достать элегантный жакет для Греты. Выполнено. Вас не видят. Вас обнаружили. Вас обнаружили. Сейчас оштрафуют. Вас не видят. Так. Так, смотрим. Элегантный жакет. Так, где у нас эта штучка? Во. Может, нам не надо сейчас туда? Странно, что нас в розыск не объявили. Товарищ полицейский. К нас не объявили. Это печально. Так работает наша полиция в Тамриэле. Это что такое? Найти помощника. Достать яйцо в Амасу. Подземелье. Логово мертвой хватки. Щелкните. Подтвердить. Да. В Амасу. Там, наверное, нас будут птички клевать. В Амасу. Мамаша будет не рада, что мы хотим
ее яйцо стырить. Как пить дать? Как пить дать, как пить взять? Так, и чего у нас здесь? Где? Это у нас найти кого-то, а это яйцо. И куда же нам податься? Так. Так. Это сюда. Потом, оп. Найдено руины кого-то там. О, откроем дорожное святилище заодно. Получим опыт. А, мы уже получили 275 очков опыта. Так, ой, ты кто такой? Апсолар. Магазин. Ходячий торговец. У ходячих торговцев есть зацепки для поиска. Зацепка. Старинная карта. Два. Для покупки требуется достижение. Следопыт. Глинумбры. Починить все. 301. Они охренели, такие цены. С чего 1000 платить за зацепку? Местонахождение реликвии Глинумбра. Следопыт Глинумбр. Это нужно найти все открыть, наверное, достопримечательности. А может вот это вот дорожное святилище открыть. Это не туда, а туда. Так. Где-то у нас дорожное святилище есть. О, там нехорошие ребята. Так, надо было починить все. Ну да ладно. Сейчас откроем. Открыли. 275 опыта. Так, дальше. Дальше яйца. Яйца, бухта, челюсти хвата. Достать яйца. Но я так и знал, что меня кусать будут. Челюсти хват. Ну ни хрена себе. Никто не говорил, что это смертельно опасное предприятие. Вот зараза. А кому сейчас легко? Так. Челюсти хват. О. Найдена бухта челюсти хвата. О, яйцо. Так, выполнено. Достать яйцо. Порт яйца и открыть. Огромное вкусное яйцо. Почему море? Какой хороший. За что его убили? Ну ладно. Так. И еще куда нам? Можно, конечно, переместиться, но что так далеко. Ой-ой-ой. Смотрим. Яйцо. О, яйцо в Амасу. Кто знает, где достать... Кто знает, где достать факел?
или как его активировать, пишите, пишите под этим самым, под видео, где это факел, может лайт, нет, война альянса, сэр Марле Орис. О, Господи. Привет, сэр. How do you do? Как ваше? Ничего. Так. Дальше идем. Спасаемся бегством. Отстали. Ты кто такой? Так. Вот еще. Дорожное святилище. Кроссвича. А это другая земля уже. А, в какой-то домик зашли. То есть населенный пункт. Так, населенный пункт. А если выйти из него, то переключится. Но, ну, переключайся. Уперлись. Переключилась. Так, где-то здесь дорожное святилище должно быть. Тьфу ты! А, вот оно. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик. А, меня идут убивать. А, передумали. Так, дальше что? Найти помощника Урсаши. Ой-ой-ой. Вот, наверное, в той башне. Мне доктор категорически запретил расстрелы. В инвентаре, а это песик его охраняет. Найден форт криптовалют. Криптвотч. Найти помощника Урсаши. Помощника, наверное, там бук. Ух, все. Необработанный бук. Мертвенький он, наверное, там. И нам наваляют. Ой. Ничего хорошего от подземелий ждать не приходится. О, может это факел? Нет. Нет, не поднять эту сволочь. Сволочь. Как можно в таких потьмах работать? А, нас уже атакуют. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. И.
Вампиры, что ли? Так, Урзаши. Это что такое? Войти. А, во. Найти помощника Урзаши. Что, нам обратно, что ли, бежать? Они издеваются. Так. Ну, точно издеваются. И туда. Так. Тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Не пускают. Я этого не хотел. Но вы сами напросились. Так, здесь посетителей очень много. А вот этот Урзаши. Сейчас убьют, то и убьют сейчас. Так. Так. Вот он, Урзаши. Зазубренный меч Аргара. Полученное достижение. Найти помощника Урзаши. Все. Нашел? Нашел.
пробежать через всю эту хрень. Можно за компанию, как это ему удается. А, тоже на карту смотрит, как ему. Так, и бежит по карте. Так. Ну, давай, давай, давай. Так, чего? А. Карта показывает. Ликвидация. Это хорошо, что у него песик светящийся. Блин, Умбра. Зазубренный меч Аргара. Так. Перемещаемся. Тык-тык-тык-тык-тык. Куда тут лучше переместиться? Материал стиля и отмычка. Так, ладно. Поиск сокровищ. Застряли. Непонятно, куда идти. Вообще ничего не видно. Вообще. Черт побери. Где этот гребаный факел? Твой элегантный жакет. Прелестно. Ты знал, что этот жакет принадлежал помощнице Марка Дерия. В кармане должна быть записка. А вот и она. И она подтверждает информацию, которую я обещала с тобой поделиться. Марк работает с неким черным надзирателем. Кто такие черные надзиратели? Да, так, одна из самых опасных банд в болотах Чернотопья. Говорят, она возникла много лет назад в тюрьме Черная Роза. Не знаю, почему Марк и черные надзиратели вдруг спелись, но ничего хорошего из этого не выйдет. Не выйдет. С возвращением, путник.
увенчалось ли твое путешествие успехом? Ты достал одно из тех прекрасных яиц, что я просил. Вот яйцо Вамасу, о котором ты просил. Какой изысканный экземпляр. Отличная работа, друг. Просто отличная. Что касается твоего вопроса. Марк связался с бандой разбойников и головорезов. Они прячутся в темной пещере, как ядовитые грибы. Что ты можешь рассказать об этой пещере? Что она называется «Темная впадина» и находится недалеко отсюда. Вот тебе еще один совет. Марк и его помощники опасны. Если найдешь их, будь осторожнее. На этом все. Все на этом. На этом. Опять во что-то. О. Что-то мешает там пройти. Как прошли поиски? Тебе удалось найти моего помощника Аргара? Твой помощник мертв. Этот зазубренный меч лежал возле его тела. Это определенно меч Аргара. Как бы Каджитке не хотелось, чтобы это было неправдой, но таковы издержки работы с преступниками. Что же, нет смысла лить слезы о просыпанном лунном сахаре. Ты оказал мне услугу. Теперь напомни, что ты хочешь узнать. Все, что ты знаешь, все, что ты можешь рассказать о Марге Дери. До Каджитки дошли слухи о том, что Марк Дери ищет могущественные арканианские реликвии. Реликвии времен великой арканианской цивилизации, как я понимаю. У Марка есть тайный склад, где он хранит их. Больше Каджитки ничего. Каджитка ничего не знает. Ну вот. Врет, наверное. Она еще что-нибудь знает. Но не о Марге Дери. Так. Тик-тик-тик. Так. Так-так. Тик. Так-так-так-так-так. Опять это. Глинумбра. Самое лучшее место для воровства, которое мне известно. Два кораблика. О, вот эти два кораблика. Такая прелесть. Ватные перчатки, отмычка, чертеж, бретонский уличный фонарь. Так, где эта штучка? Вот эта штучка. Бретонский уличный столб. Ага. Простой. Легкая броня. Льняные перчатки здоровья. Тяжелая броня, орехалковые латные перчатки. А какая у нас должна быть броня? А мы кто вообще, бретонцы или кто там? Бретонец.
Ясно. Ну ладно. Так. Девушка. Девушка. Так. О, ты вернулся. Хорошо. Я тоже не сидела на месте. Проверила одну зацепку, но она ни к чему не привела. Печально. Теперь расскажи, что произошло в убежище преступников. Ты узнал что-нибудь новое о Марке Дерии? Марк Дерий работает с головорезами из Чернотопья, которые называют себя черными надзирателями. Черные надзиратели. Моя сестра пересекалась с ними в мрачных трясинах. Что ж так мрачно-то все? Я не могу о них. Джилар, нужно сообщить ему. Это один из моих агентов. Я его тоже отправила разузнать о Марке. Но, похоже, тебе с этим повезло больше. Что еще ты узнал? Марк и черные надзиратели ищут могущественные аргонианские реликвии. У них есть тайный склад. Тревожные вести. Если мы не поторопимся, эти предметы старины исчезнут, и аргониане лишатся еще одной частички своей истории. Знать бы еще, где находится этот тайный склад. В пещере под названием Темная впадина. Ну, я так и знал. Отправиться в темную впадину. Ну, зачем я это говорил ей? Нужно было уйти и забыть. Ты просто чудо, мой друг. Я знаю, где находится эта пещера. Давай я отмечу ее у тебя на карте. Нет, спасибо. Нет, не надо ничего. Не надо никаких реликвий. Мокасины какие-нибудь. Подарят 24 уровня, и они устареют через день. Ты ведь сходишь туда? Мне нужно найти Джилара, но время поджимает. Отправляйся в темную впадину и забери реликвии. Я немедленно отправлюсь туда. Господи, хорошо, что не я, это он отправится. Типчик. А что будет с ним дальше, вы узнаете в следующей серии. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Правильно. Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем свое повествование. До новых встреч в эфире. А нет, дождемся 50 минут. Тик, 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 тик. У него как раз костюм охотника за сокровищами. Вот, вот, рюкзачок, лопатка и кирка. В общем, все, что нужно честному охотнику за реликвиями.